Слушай, Михон, можете тебе вопрос? А я по шкале от 1 до 10 на сколько тяну? Ну, типа, как женщина. Это что, 2? Губы очень интересно шевелятся. Это свои? Ну, операция не дешевая, а 300 тысяч. А без почки-то можно делать? Их же 2. А лучше с почкой. Не спим, не спим, мужики, шелестим колготками. Да ну я не могу смотреть, как ты себя гробишь. Ты сейчас спрятался за мной, как за жирухой. А у вас с собой другая форма есть? Вперед. И у тебя тонкие губы. Господи боже. Такие маленькие. Ты красивая, свистни себя, стань лучше, сильнее. Что у меня с лицом? А что с носом? Почему он такой изящный? Здрасте. Ты видел, как он на меня смотрел? Что это такое? Это вожделение? Я такая красивая! Мне кажется, я так изменилась. Мне кажется, тебе надо что-то темненькое посмотреть. Так жарко после тренировки замучил. Заценила, да? Ну, такая, пойдем выпьем. Прям мистер подкатушки. Удачи. Поля просто красоткой стала. Да, она всегда такая была. Есть такие, которые надо хорошенько долбануться головой, чтобы понять, кто они есть. Вот я, наверное, такой человек. Я могу говорить клиентам, что я так выгляжу благодаря вам. Ну, врать клиентам не обязательно. I'm coming home.